Особое мнение на 101 FM. 10 часов в Кирове, программа «Особое мнение» в эфире. Я Анна Лапшина, приветствую слушателей и говорю здравствуйте гостю нашей студии. Это Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы. Юрий Львович, здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы начнем с вами с проблем города, с дорожных проблем, с проблем благоустройства. Последние там, недели эта тема довольно живо обсуждается. Началось все еще до Дня города, до 12 числа, в тот момент, когда в Рио губернатор Александр Соколов попенял городским властям на то, что Киров категорически не успевает прихорошиться, что называется, да, к своему дню рождения. Вы, насколько я понимаю, День города не застали в отпуске были, да, приехали чуть позже. В командировке. Да. Что наблюдаете? Ну, наблюдаю ту же самую практически картину, которая наблюдалась и раньше. Все же наш город, что не говори, при всех предпринимаемых усилиях, выглядит неаккуратным городом. Это в сравнении с каким-то другим городом? Ну, я не буду сравнивать, конечно, с большими малоевропейскими городами, но даже если взять города, отдельные города Российской Федерации, то мы видим, что это такая системная проблема. К сожалению, это системная проблема нашего города. Мы видим, что тот же покос травы, ну, вот если вы имеете там дачный или садовый участок, то вы понимаете, что траву надо косить раз в неделю, в худшем случае раз в две недели. Ну, вы сами видите, что это не происходит, к сожалению, в нашем городе. И та зеленая зона между тротуаром и дорогой, которая еще в результате этого и загрязняется, и недостаточно хорошо убирается, выглядит очень неопрятно. И в целом город получается таким неопрятным, хотя подзапущенным. Да, реально запущенным городом, да. И это длится уже, к сожалению, не первый год. И никто не предпринимает, или отдельные чиновники, мне кажется, просто этого не видят. В смысле не видят? Они же по тем же улицам ходят. А вот можно ходить по тем же улицам и не видеть, поверьте мне. Я сталкивался, показывал пальчиком. Ну, что, ну подумаешь, да? Подумаешь, ну еще. А там высота травы уже за метр выкатывается. Ну вот я знаю, у меня есть, я не знаю, можно ли, это не реклама, но управляющая компания, которая обслуживает вот наш двор, да? Они систематически проводят покос. Двор достаточно невзрачный, он еще построен в период развитого социализма. Но вот эта выкошенная трава, и убранная она создает уже какую-то опрятность двору. А когда мы перемещаемся по нашему городу и видим то заросли пресловутого борщевика, с которым ведут совершенно неправильно... В городе заросли борщевика? Ну да, они тоже есть. Да? Конечно, в Ленинском районе и в других местах. И это вызвано тем, что технические задания, я об этом докладывал на Думе уже неоднократно, составлены совершенно неверно. Хотя у нас есть целые институты, которые знают, как с этим бороться и соблюдать технологии. Я на заседаниях Думы уже объяснял руководителям теруправления, в чем ошибка. Ну, так как просто пришлось изучить технологию борьбы с борщевиком. Я понимаю, что те технические задания, которые были составлены, они составлены совершенно неверно. И понимаю, почему они составлены неверно. Во-первых, специалисты, которые составляют их в этом, практически нулевики. Второе, хочется создать, ну не хочется создать, видимо, что у нас все быстренько чисто. А есть такой, ну есть определенные технологические периоды. Если мы проводим, что очень верно, химическую обработку, вот первоначально, то надо выдержать минимум 2, а лучше 3 недели до скашивания механического. А у нас же, знаешь, сейчас поедет губернатор или другой начальник, увидит растущие борщевики, скажет, вы что тут делаете? А скосил, и вроде бы нет хорошо. Нет борщевика, нет проблемы. Нет борщевика, да. А на самом деле мы его не уничтожаем. И для того, чтобы вести эффективную борьбу с борщевиком, надо обработку одного и того же места минимум 2 года, а лучше 3 года вести, включая обязательную химическую обработку. То есть механически это просто убирается, ну, как бы убираем мусор, который создается в результате действий. А у нас в технических заданиях было покос после химической обработки через 5 дней. То есть проблема даже не в том, что нет денег, и не в том, что нет людей. Проблема в том, что не соблюдаются технологии. Технологии не соблюдаются, это раз, без понимания это делается. Потом меняются систематические места обработки, что делать. Ну, это неэффективно, это деньги на ветер, как говорится. И поэтому... Плюсом, я так понимаю, что та территория, где растет борщевик, она никак не, ну, скажем так, не используется, тут, да? Да, поэтому он там и растет.
То есть, таких если мест... бы она была засажена чем-то другим? Или у нас бывает, я сейчас, правда, уже это не замечал, в предыдущие годы, когда я проводил анализ там, по округу, места обработки борщевиком, даже включались места, где его нет, например. Ага. Ну, покос проходил, да, хорошо, траву хотя бы скосит. А его там не бывало. Вот нет его там. Так. Такое бывает у нас. Если говорить про те места, не знаю, там проблемы, где нет борщевика, где что-то другое, это тут в чем системная проблема? То есть не только же борщевик и невыкошенные газоны создают ощущение неухоженного города. Ну, вы же помните, что мы боролись с тем, чтобы уже два года так было, когда песок не использовался при обработке зимой. Угу, как противогололедный материал. Ну, последние два года он же использовался, и мы видели эти пылевые кучи, которые создавались, буря, я имею в виду. И вот уборка прилотковых зон, она достаточно на низком уровне идет. Вот выхожу я, пятница была, да, вдруг смотрю, убирают улицу Володарского. Ну, это такое событие механическое. Улица Володарского редко достается внимание. Маленький такой, ну, современный агрегат, все это делает, выхожу, смотрю. Ну, еще он подъезжает на расстоянии примерно 30 сантиметров до прилотковой зоны, все это сметает. Я останавливаю водителя, говорю, вот как-то бы неплохо бы убрать. Да-да-да, конечно, мы уберем. Ну, я же не буду там стоять постоянно. Так, вернулись. Вернулись, ну, вот где я показал пальцем, там как бы убрано, а дальше... А дальше как оно могу. Есть. Понятно. Ну, да. И так же точно разносится машинами. Вот, если мы проедем по любой улице города, во-первых, это связано еще с парковкой автомобилей. Это отдельная проблема города. Хотя в центральной части уже есть чет-нечет по парковке, но это соблюдается только там, где ходит парктрон, который собирает штрафы реально, и там народ дисциплинированно уже теперь стоит. Ну, улица Дерендяева, например. Там это все сделано. Но это же можно сделать и в других частях города. Да, только сначала неплохо бы создать какие-то места, где можно парковать машины. Это вот вечная такая значит, дилемма. Давайте будем говорить так. Проблема парковки, она везде во всем мире существует, так? Конечно. Так. Для этого что делается? Ограничение парковок, например, в центральной части города. Становятся платные зоны. Вот. Конечно. А где в Кирове платные зоны? Ну, вот их я вот уже... Юрий Львович, который год, сколько на лет? Мы поднимаем этот вопрос, но как-то не доходит, видать, до нашего великого руководства эта проблема. Частникам не передают. Я думаю, что если бы это передали, ну, можно было государственным... Ну, в управление частным, какое-то. Да, хотя бы. Партнерство по этому вопросу, так же, как по остановочным павильонам, я неоднократно предлагал, все кивали. Достопамятный Шульгин говорил, что это хорошо. Я приводил примеры наших коллег из там, Ярославской области, которые за два года решили эту проблему. Они передали по льготной цене землю под аренду остановочных павильонов, к которым практически везде были пристроены торговые павильоны. Но это не такие лавочки, где надо было сгибать голову. В окошечко засовываться. В окошечко засовываться, да. С дверями, с подводом воды даже было организовано. Понятно, что отопление было. Очень по льготной цене эта земля сдавалась в аренду, и, ну, это все преобразило город значительно. Они, там, если у них было остановок где-то больше, чем 500, 542, 543 остановки, то за первых полтора года 345 остановочных павильонов было установлено. Новых? Новых, да. Закрытого типа практически. Вот если вы сейчас, наверное, обсуждаете, видите, там, выиграли проект. А мы поговорим, да, про этот проект ну, давайте чуть более подробно. Давайте. Проект красивый, да? Но он актуален разве для Кировской области? При тех ветрах, снегах и морозах, которые бывают на нашей территории, да, конечно, потепление всемирное произошло, да, мы это замечаем. Не всегда. Не всегда, да, но у нас же бывает и ветры сильные, и морозы за 30, и до 30, и стоять в открытом, вот в том, что... Да, эстетически он выглядит, конечно, хорошо, красиво. Но стоять в таком павильоне на морозе при той супер... Я уже не буду говорить про нашу транспортную систему в городе, которая работает в моем... Ну, по крайней мере, у меня на округе просто безобразно. Ага, да. 30 минут стоять, например, да, на или такой более того, да. Это, да. Ну, вот хочу сказать, если есть слушатели с 14 округа, что с 1 июля количество автобусов на 33-м маршруте все же будет отрегулировано, и я очень надеюсь, что транспортное сообщение там будет налажено. Хотя проблема не исчезает, там... Много систем, опять же объясняю, системных проблем. Время работы транспорта
которая оговаривалась первоначально в контрактах, не выполняется. И вот округ, 14 округ, который имеет очень мало социальных структур, ну, я имею в виду там музыкальные школы, спортивные сооружения. Давайте тем, кто не из 14 округа, расскажем, где это 14 округ. 14 округ — это вся заречная часть города, да. И приходится людям и детей возить, и самим выезжать для того, чтобы попасть в эти учреждения. И они, не всегда работают там до 6 часов, они и более поздний период работают. Есть вторая смена после школы, которую надо... В общем, люди не успевают приехать. Они не успевают приехать в город, а транспорт у нас в это время уже почему-то отдыхает. Я считаю, что все же это социальная услуга, которую администрация города обязана оказывать населению. И за этим надо очень строго следить. А мы всех гладим по головке, потому что у нас учреждения... Транспортные, муниципальные в основной своей массе, да, там иногда дают подряд немножко кому-то другому. Ну, то же самое с уборкой происходит. Ну, как можно будут чиновники свое муниципальное предприятие штрафовать, да. Ну, это же... Оно же денег не заработает, получается, да? Хотя, говорят, да, вот, ну, может, в этом смысл есть, что оно подконтрольное, что мы можем спросить... Ну и что, они отдают на субподряд. Так спрашивают или не спрашивают? Ну, похоже, что спрашивают, нет. Но очень слабенько. Вот возьмем пример гарантийных дорог. Ну, по БКД, которые делаются, да. Отдали заказы двум крупным подрядчикам. ГДМС и Вятавтодор, да. Ну и потом, когда приходит срок проверки гарантийного состояния дорог, что, мне кажется, сейчас мы это проверяем, делается не в полном объеме, еще оказалось, то некие вопросы не решаются годами. Вот, могу привести живые примеры, опять же, со своего округа. Ну, давайте. Улица 60-летия Октября. Нарушение стыковочного шва. Улица Красный Химик. То же самое. Значит, я не помню, как ГДМС, кажется, главный подрядчик. Ну, было все на субподряде. И... Второй год ничего не сделано. А объясняют как-то? Мы в судах, мы туда. В смысле, хотя, в каких судах? Да, хотя есть исполнитель. Нам когда помню, раздавали все эти участки на контракты, нам говорили, это же хорошо, у нас один подрядчик, неважно, кто накосячит, субподрядчик, субподрядчик, мы все равно с него спросим. Да, и это, на самом деле, это, если вы... Ну, я больше, чем, конечно, вы занимаетесь проблемой дорог, так как член этой группы. Группа рабочей по контролю, так. То мы понимаем, что вот этой проблемы, например, со стыковочными швами в предыдущие годы было намного меньше. А почему? Меньше делали? Нет, не то, что меньше делали. Использовался, оказывается, другой битум. Ага. Если сейчас даже по новым технологиям не везде, но пытаются вставить еще и ленту страховочную, то она, оказывается, бывает разной толщины. 5 миллиметров или 10 миллиметров. Какая, вы думаете, ставится у нас? Конечно, 5, а не 10. Соответственно, это рвет. Потом на дорогах появились не только поперечные трещины, а продольные. Чего тоже раньше не было. Хотя мы перешли на Шима-16, такое супер достижение, которому уже десяток лет. Ну, до Кирова дошло, и слава богу, будем надеяться. Ну, самая беда в том, что если дорога после ремонта должна работать минимум 6 лет, а гарантийный срок 4 года, то к этому периоду, к сожалению, не из нормативного состояния, что бы ни говорили нам чиновники, она не выходит. Вот возьмем проезжую, да, пресловутую. Через 2 года прошло полное выщелачивание дороги. Колейность там зашкаливает. Сейчас якобы на основании гарантийных актов провели ремонт. Ну, это где уже вообще невозможно было ездить. Но колейность сохранилась, выщелачивание сохранилось. Особенно в местах, где лежат лежащие полицейские, перед ними и после них. Руль выскакивает из рук. Это же ненормально. А прошло всего 2 года. Ну, давайте возьмем любую гарантийную дорогу. Более-менее в состоянии сейчас улица Ленина. Все остальные дороги имеют или выщелачивание, или колеи, включая даже Октябрьский проспект. Я не говорю про Луганскую или другие улицы, где высочайшая нагрузка транспортная идет. То есть это все системные вещи, с которыми надо заниматься. Так одно из проблем Юрий есть, Львович, может быть, хотя может на быть, это обращают. Очень. Смотрите, ну вот ситуация отсутствует, с дорогами. Будем говорить, линейный контроль во время выполнения работ.
Так можно сколько? Вот с такой проблемой. Мы ставили перед руководством этот вопрос, объясняли. Угу. ГДМС в этом вопросе сделала некие подвижки, там появилось большее количество мастеров, там ставки появились. В Автодоре таких вещей, насколько мы знаем, не произошло. Ну вот, перед тем, как класть асфальт, да, происходит проливка битумом. Специальная машина идет с форсунками. Вот, где есть Делает основание липким. Да. Мы же видели, когда дорогу на советское, на русское делали, там выходишь на скомботинка, раз, оказалось, что половина форсунок не работала. Просто они были не прочищены. Для этого и существуют эти мастера, контролеры, которые должны в период работ постоянно находиться. Вот сколько я не подъезжал места дислокации работ, ну, на уровне бригадира я видел людей, на уровне мастеров. Я практически никогда не смог встретиться ни с одним мастером. Так ну, это... может, очень много объектов, я не успеваю за этим. Так, Юрий Львович, может, они тоже не успевают из-за того, что очень много объектов. Если есть огромное количество объектов по программе, которые надо делать заново. Их должно быть количество больше, потому что мы тратим огромные деньги, потом в результате на гарантийный ремонт. Вместо того, чтобы мы могли эти деньги тратить и расширять список участков. Да, список участков. То есть это выигрыш такой. Для кого-то он выигрыш, а в целом для муниципального образования это большой проигрыш. Ну вот, слава богу, сейчас будет решаться проблема люков. А о них мы уже говорим, ну, по крайней мере, я знаю, помню, лет 5-6. Слушайте, по-моему, в этом году что-то... Произошло. Произошло, могу вам доложить. Хорошее, да. Вы хотите Конечно, сказать? Конечно, хорошее, да. А я вот депутатов могу сказать, что я колесами совсем другое ощущаю. Нет, в том числе услышали... Депутатов. Депутатов в моем лице. Так. Прошли совещание, и сейчас у нас в правила благоустройства в обязательном порядке включена установка плавающих люков. На всех вновь. Что такое плавающий люк, чем он от обычного отличается? Ну, он отличается от того, что он не выскакивает, как тот люк, который... Если раньше цена его была, ну, там, раза в два отличалась от обычного люка, то сейчас все это уравнялось. Сейчас главное, что все, водоканал за это, потому что они понимают, что после того, как дорога, новая даже дорога выходит из гарантийного срока, все работы придется делать водоканалу. А это затраты. Вокруг люка. Ну, конечно, его просто менять придется, его все делать. И даже Т-плюс осознали эту проблему и будут тоже делать. Потому что вы же сами видите, сколько у люков просадки, это просто беда нашего города, да. Хотя технологии давно существуют и известны, и специальные машины есть по установке люков. Но мы видим, где поработали наши ресурсники, какие просадки дороги происходят. Они прошли. Притом это происходит на тех дорогах, которые совсем недавно по БКД были отремонтированы. Ну, нет идеала. Ну, я, может, одну-две такие заплаты найду, которые не просели. На 90% везде просадка идет. Хотя уже было, я не знаю, оно устное или письменное постановление о том, что эти места будут заделывать не подрядчики, которых нанимают там энергетики, а это будет только ГДМС делать. А там ведь вроде бы по правилам вот этого контракта, да, который заключается по проекту, должны восстанавливать как раз те люди, которые и делали дорогу изначально, нет? Те, которые ее ломали. Те, которые ее ломали. Ресурсники, конечно. Нет, я про другое. Я про то, что дорожное покрытие восстанавливать должна та команда, которая делала дорогу целиком в свое время. Иначе гарантийные сроки невозможно будет соблюдать, нет? Не взаимосвязанные моменты, нет. Ошибаетесь. Просто договорились, что это будут делать те, которые умеют это делать. Так. Лучше, чем другие. Но, к сожалению, и у тех, и у других получается так, как оно есть. Результат мы все видим. Результат мы видим. Неухоженный город, да, получается? Я хотела... Хотя усилия предпринимаются. Видно, что эти оперативки проходят. Выезжают на места. Но, к сожалению. Я так и не понимаю, в чем проблема тогда. То есть деньги есть. Люди есть. У нас на уборку уже цифра выросла, извините, вот. Значительно города. Вот. Что и следовало, реально надо было вкладывать, но система подряда выстроена, в моем понимании, неверно. В этом, наверное, есть проблема. Нет контроля. Не, ну, то, что контроля нет, это даже необсуждаемый момент. Он как бы существует на бумаге, но фактически его
Фактически его нет. Ну да, выехал губернатор, увидел, там выехал какой-нибудь депутат, у которого и все. Он еще там на Думе высказался, да, ну, таких немного на самом-то деле, те, которые... Да, есть начальники территориальных управлений, которые очень переживают за состояние, вот я могу сказать, что я часто общаюсь и вижу, как работает Симаков. Первомайский район, да, Вячеслав Николаевич. Очень переживающий человек, он постоянно на этом акцентирует внимание, говорит, делает замечания компаниям, которые работают у него на районе, но... Увы. Ну, увы. Возвращаясь к теме благоустройства, не знаю, видели вы или нет эту новость. Новость про полицию и картошку, ее так можно обозначить. Я напомню слушателям, на прошлой неделе мы эту тему разбирали. 9 мая городской активист Александр Ливанов на газоне, или там, не знаю, можно ли это назвать газоне, на газоне возле дворца бракосочетания. Обозначено как газон. Да-да-да-да-да. Вот на этой запущенной, скажем так, лужаечке высадил несколько кустов картошки, потому что хотел привлечь этой акцией внимание городских властей. Ну да, властей. Вы уже помните, что ковры на яму выкладывали, цветочки садили. Это не новая вещь, она уже пройдена. К майским праздникам. Все бы было ничего. К майским праздникам картошку выкопали, цветы посеяли, все замечательно. Но теперь на Александра Ливанова написали заявление в полицию за самоуправство, я так понимаю, там нарушение правил благоустройства и всего остального. Ну, бывает это такое. Это что такое было вообще? Вы же помните, вот совсем недавно там на депутата подали в суд у нас на коллегу Журавлева. Владимир Вениаминович. Слишком резко себя ведет по отношению к чиновникам. Да. Но они не привыкли, что им делают замечания, что на это надо... Что значит не привыкли? Это вы у них спросите, что они, значит, не привыкли. Ниоткуда я знаю, почему они не привыкли к этому. У нас Никита Юрьевич, я помню, говорил в Белых про презумпцию виновности власти, да? Всегда виноваты. Надо уж готовым быть к этому, да? Да, я вот когда выхожу во дворы, разговариваю, я считаю себя... Естественно, виновным. Ну, потому что невозможно сделать все то, что, к сожалению, требует граждане. По закону все это требует. Угу. Это все правильно. А почему реакция такая? Я не могу понять. Это... Психологи пускай разбираются, почему такая реакция. Ну, они же понимают, что они себя выставляют в несколько странном свете. Они не понимают, к сожалению, они не понимали. Угу. Печально. Печально. Хотела рассказать вам историю. В выходных дней ехала тут в сторону Слободского, в сторону монастыря в Макарье, через разворотный круг. Да, там всегда теперь так будет? Пробка от старого моста начинается. Это мне не повезло, да. Это вам не повезло на самом-то деле, да. Но то, что там делается, это делается очень правильно и хорошо. Притом, когда будет расширение дороги... Вы знаете, я мимо проезжала, я не видела, что что-то там делается. Там достаточно серьезные работы ведутся, уже предоставлены опоры освещения. Этим проектом, округе у меня, Вы занимались. И эту инициативу, между прочим, выдвинули как и депутаты, так и члены рабочей группы по контролю за ремонтом дорог. Мы эти проекты давно пробивали, а я впервые занялся еще, будучи депутатом законодательного собрания, круговым движением нашим. Ну, тогда мне объяснили, Юрий Иванович, ты этим не занимайся, надо светофоры ставить, занимайся, дурь, у людей бизнес. И ничего у тебя не получится с твоим круговым движением. Ну, вот прошло с того времени десяток лет, и круговое движение в городе, слава богу, начали осиливать. Так. И я думаю, что это будет развиваться. Это действительно очень эффективный способ управления транспортом, потому что вы сами знаете, что большие и малые города Европы в основном построены на круговом движении, и никаких пробок там практически не создается. Да? Но у нас почему-то до Старого моста пробка. Ну, потому что пропускная способность вот с уходом на Субботиху, там, на Слободской, сужение идет дороги большое, да. Я не знаю, зачем вот такой гигантский круг сделали. На самом деле его можно было уменьшить в 4 раза. Мы же видим, что вот в Европе есть круговое движение вокруг кружка, который там 2-2,5 метра всего в диаметре. И тогда бы появилась полоса без того расширения, которое... Сейчас заложено. Да. Но, слава богу, это все будет сделано. И я думаю, что эти проекты по круговому движению будут развиваться и дальше. И это
позволит наладить транспортное сообщение на должном уровне. Но надо потерпеть. Ну, надо потерпеть. Ну, будем говорить, что и до тех ремонтных работ, которые были, эта проблема уже существовала в летний период, когда особенно в пятницу или вечером, даже в любой будний летний день, после 17 часов до 19 часов мы наблюдаем. Меня больше волнует дорожное покрытие, которое на улице Проезжей, на старом старый мост, где пополз асфальт, хотя там суперкапитальный ремонт делали, но мы видим, в каком состоянии, какая колейность на этом мосту. Это более серьезные проблемы, чем пробка, которая в результате роса. Она же не стоит на самом-то деле, она движется. Но она медленно ползет. Она ползет, да, это уже не пробка. Если она ползет, это уже не пробка. Ну, бывают же аварийные ситуации, там тоже тогда происходит. Я вам скажу, никакой аварийной ситуации там не было, никаких работ там не велось. Работы они ведутся в будние дни. Незаметно для горожан. Нет, я же ежедневно бываю. Нет, там действительно большие работы ведутся по расширению, опоры перенесет. Все не так просто. Там долго разбирались, был захват территорий частным сектором для расширения, их подвинули там заводчики. Ага. То есть тут не все так просто было в этом вопросе. Проект, как вы видите, очень подорожал, он был менее масштабный, да. Но там решили наставить столько пешеходных переходов, добавить светофоры, освещение. Ну, будет, наверное, очень хорошо. Когда будет? Сроки окончания работы известны. Нет, я говорю, будет хорошо, когда будет, а до этого надо потерпеть. То есть по полосе мы сможем уезжать без круга на Слободской. То есть она не должна стоять. Но там же светофор дальше есть. Насколько я понимаю, в него еще все упирается. У нас же будет интеллектуальная система управления транспортными потоками в Кирове. Которая будет видеть это все. Она будет все видеть, все будет управлять. У нас, наконец, появится, наверное, может, зеленая волна в городе. Чего надо было сделать еще лет 15-20 назад, конечно. Потому что даже при советской власти существовало некое управление, которое позволяло делать зеленые полосы. Когда же она появится? Ну, тендеры же разыгрываются. Тендеры разыгрываются. Наверное, появится. Будем надеяться. Надо же, ну, лучше надеяться. Мы все плохому, надо хорошему. Ну, хорошо, давайте о хорошем. Тут вот просто буквально новости последних дней. В Кирове построят крытый каток с искусственным льдом. А еще в Кирове появится большое футбольное поле. Это отлично, что вот исполняющий губернатора поработал в этом вопросе. И чем чаще он будет в Москве решать такие вопросы, тем будет, конечно, лучше, потому что нам таких объектов очень не хватает. Я еще раз вернусь к своему округу. Кроме того, что у нас там появилось несколько площадок на старом стадионе, да, и сейчас скейт-парк появится в Озерках, но очень недостаточно, конечно. Там нужен бассейн, хотя при школе будет, которую наверняка построят, к сожалению, не в том году, которому обещали мне, когда я приступал к депутатской деятельности, но... При какой школе? В Долгушино. Так. Да, будет бассейн. Ну, еще, наверное, появится площадка, там, ФОП появится в Коминтерне. Но этого недостаточно, надо еще и еще строить. И если это исполняющий обязанности губернатора получается, то, я думаю, он понимает, что это нашему городу, он уже осознал наверняка, что это надо, и он в этом направлении будет предпринимать максимальные усилия, и мы... Получим то, что имеют вот, ну, окружающие нас регионы. Там, окружающие нас регионы, например, Татарстан. Ну, даже Мариэл. Мариэл даже. Вот посмотрите, за последних 5 лет сколько появилось спортивных сооружений в Йошкар-Оле. Я думаю, что кировчане вряд ли анализировали этот вопрос. А сколько появилось? Так, ну, их очень больше 7-8 объектов крупных, очень крупных. Я раз в 2 года езжу в том направлении и вижу, как меняется... Это очень заметно. А в Кирове мы, я так понимаю, последние годы не видели, ведь, да, появление крупных спортивных объектов? То есть все, что было, это было еще при Никите Белых, еще было при предыдущем губернаторе. Да. То есть все эти дымки, быстрые, все было тогда. Да. После этого мы не видели практически ничего. Думаю, что инициативу нового губернатора мы увидим в ближайшее время. Это будет не только связано с предвыборной кампанией, а в дальнейшей работа как... Системная, да. Если Александра Соколова выберут губернатором, главой региона, не знаю, как правильно сейчас называть. Убегаем на рекламу. Юрий Шлемензон в нашей студии. Вернемся и продолжим. Особое мнение на 101 FM.
Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы в нашей студии. Мы продолжаем. Остановились на теме строительства двух крупных спортивных объектов, которые нам обещают. Крытый каток с искусственным льдом. Это возле стадиона «Родина», насколько я понимаю, Октябрьский, 67. Да, уже разыгрывается, кажется, тендер. Вот сегодня. Да, и футбольное поле, причем настоящее, там с искусственным газоном, профессиональное. Я напомню, родители тех детей, которые сейчас занимаются футболом, они как раз жаловались на вот реконструкцию стадиона «Трудовые» везде. Ну, да, его сделали очень некачественно, да, к сожалению. Из-за, да, того, что, из-за того, что еще площадь уменьшилась. То, ну, есть, да, у ребят нет возможности тренироваться на полноценном футбольном поле. Потом они приезжают на соревнования, у них некая раскоординация, что ли, происходит. Да. Они не совсем готовы к такому, конечно, большому. К тому полю надо, конечно, да, соответствующую инфраструктуру еще бы, чтобы были раздевалки, чтобы ребята душ могли принять, ну и все остальное. Но это мы про детский спорт с вами говорим. Вот вопрос. Ну почему? На это же поле могут и взрослые играть, конечно. Значит, вопрос в следующем. То есть вот мы строим большие спортивные объекты, которые в том числе будут использоваться детскими спортивными школами. Возможно, в первую очередь ими будут использоваться, да? Куда дети потом? Учитывая ту ситуацию, которая сейчас в Родине, а в Родине она вообще, по-моему, перманентно происходит, да, вот эта история с денег, ну, да, нет, и наша команда там, да, в хвосте, но держитесь. И история с «Динамо», которого вообще нет сейчас как профессиональной команды. Правда, вроде исполняющий обязанности что-то говорил по поводу того, что возможно... Это все же профессиональный спорт, да? Да. И он не должен быть... На бюджете области и города. Почему? Потому что это профессиональный спорт. Профессиональный спорт, он выстроен как? Это бизнес. Значит, должны появиться те бизнесмены, которые увидят в этом заинтересованность, ага, и развивать. Юрий Львович, это замкнутый круг. Пока команда не будет играть хорошо и показывать какие-то результаты, нет, на достаточно высокого уровня соревнованиях у нее никогда не появится коммерческих спонсоров. А чтобы она начала это делать, она должна спонсоров, как минимум... а владельцев. Ну хорошо, владельцев. Хорошо, владельцев. Ну, неважно, тех людей, которые будут ее содержать. Да. Если это, ну, не бюджет. Ну, замкнутый круг получается. Кто-то же должен сделать первый шаг, если мы хотим все-таки, чтобы это было. Или мы не хотим? Ну, пусть наши ребята, воспитанные на наших спортивных сооружениях, бюджет как-то, едут, ну, может, в другие частично регионы потом. Может поддерживать, но взваливать на бюджет региона содержание профессиональных спортивных команд, я считаю, это неверное решение. Но регион может как-то поработать с бизнесом в этом смысле? Что-то бизнесу... Подождите, что-то бизнесу пообещать. Конечно, но так пообещать, конечно, чтобы потом прокуратура не пришла. И Следственный комитет. А почему? Они должны прийти. Нет, ну как, бизнесу можно пообещать какие-то преференции, условно преференции, говоря. Конечно, но как пообещать бизнесу преференции? Оговоренные законодательства. Да, оговоренные в рамках законодательства. Да. А у нас вообще эта работа, она ведется? Есть какой-то пример положительный того, как это сделано? Или нет? Пока, наверное, не было. Надеюсь, ну, то есть я знаю, что Родину некоторые коммерческие там структуры, ну, да, и ресурсные структуры поддерживали в свое время, но, свое было, время. Ощущение, но было ощущение, что это вот тоже история такая, типа... Ну, из-под палки. Да, типа доп. Нагрузки, вот вам еще. Ну, социальная ответственность бизнеса. Никуда вот у нас, нет, смотрите, да? В регионе работает, будем говорить, монополист «Лукойл», да? Ага, не кировский причем. Ну, это не имеет значения, «Лукойл». И что мы видим в социальном отношении этой компании, которая собирает здесь миллиардные деньги. И что? И чего? К сожалению. Надо плотнее работать властям, да? В том числе надо, с иногородним бизнесом, крупным. Да? Ладно. Давайте еще к транспорту вернемся. У нас с вами остается 10 минут до конца программы. Да, про остановки. Про остановки вы уже заговорили. Вот этот вот объект, который мы все видели. Девушка, которая выиграла конкурс, объявленный, как я понимаю, там по инициативе красивого Кирова, но объявлен он был администрацией города, да, на проект «Лучшие остановки». Девушка, которая представила тот самый проект победителя, она из Москвы. Мы видим достаточно красивый, современно выглядящий остановочный павильон. Вы говорите о том, что не совсем он практичный будет, возможно, да, и надо, чтобы как-то по-другому выглядел. Я не знаю, мне кажется, что вот в этом проекте можно придумать какие-то съемные конструкции. Я с трудом, кстати, себе представляю, как в 30-градусную жару стоять в закрытом со всех сторон стеклянном павильоне. Со всех сторон.
закрывается. Ну, хорошо, с трех сторон. Там нет сквозняка, стеклянный павильон. И знаете, что? Как греется? Ну, вы в машину пробовали садиться? А вам зачем в этот павильон заходить? Летом? Да. Не знаю, от солнышка спрятаться, ну, солнышко, под крышей. Бейсболку оденете, зонтик возьмете. Не, ну, на лавочке посидеть, в конце концов. Ну, можно же что-то придумать, чтобы не было все выглядеть, чтобы не выглядело так, так же, как в Токио с кондиционерами будут у нас установки, что сами прекрасно понимаете. Кондиционированного воздуха на постановочных павильонах в Кирове, наверное, еще... Не дождемся. Ближайшее. Да ну что, ну все, дождемся, придет время. Когда-нибудь. Конечно. Не мы, так внуки наши. Ты оптимист, Юрий Львович? Что я, ты да, скажешь, я да? На самом деле оптимист. Да. Денис Пырлок уехал из Кирова. И что? И устроился работать в Ярославль. Очень хорошо ему, пускай работает. Вы за Дениса рады, а за кировчан? Не, ну слушайте, у нас был руководитель транспортного предприятия, который, по крайней мере, рассказывал публично, ну, о том, чем живет транспортное Денис предприятие. Денис Пырлок некий популист, так. Будем говорить, в хорошем так. смысле этого так. слова. Популяризатор. Он в некотором он был... И популист, и популяризатор. Не хорошим. Я помню, когда он там рассказывал страхи про расценки на транспортные перевозки. И эта инициатива шла не от кого-то, а не от Дениса. Это когда шли несколько лет назад о тарифах, которые будут. Вы имеете в виду, когда транспортная реформа да. обсуждалась, так? Да. И когда обсуждалась транспортная реформа, вот, которую предыдущий губернатор резко отклонил под влиянием народных так называемых масс, я много времени провел... А я помню, да, вы с Денисом расходились тогда в позиции, несмотря на то, что вы в одной группе рабочей. Да, я в рабочей группе принимал, ну, как бы такое... участие постоянно на всех заседаниях, и я видел большую перспективу на самом деле. Да, там одномоментно сделать нельзя было, решить эту проблему, но сама тенденция и направление были не таком настоящем, правильном мирового уровня, выстроено радиальное и круговое движение с пересадочными центрами, которые надо было, конечно, периодом строить и делать. Но почему я был, вам объясню, сторонник этой транспортной реформы? По расчетам, еще раз подчеркиваю, при том же потоке, который должен был перевозиться, с улиц города исчезало 164 автобуса. Как вы думаете, 164 автобуса влияет на экологию нашего города? Я думаю, что влияет. Даже пускай они любого там уровня, 4, 5, на которых у нас, я имею в виду, их, к сожалению, мало ездит. Но это был бы такой серьезный прорыв. Да, надо было бы пересаживаться, но весь мир пересаживается. Есть единые билеты, есть почасовые билеты. Ой, мне кажется, сейчас горожане вас не поддержат, мне кажется, Юрий Львович. Что значит? Ну, пусть пересаживается весь мир. А в Кирове нет. Ну ладно, давайте... На 200 автобусов личных пускай ездят, да? Пускай ездят. Которых не хватает. Которых не хватает. И водителей не хватает. И водителей не хватает, и кондукторов. Ну это вообще смех про кондуктора, это отдельная песня, потому что надо просто было товарищам собирать наличные деньги. Вот весь сказ в этом вопросе. Валидаторы поставьте и работайте. Ну, сделайте контрольные, ну как где, проверяющие контролеров. Все равно было бы намного меньше, чем количество кондукторов, да? Ну, то есть все-таки автоматизировать систему проезда, так как это сделано в Москве, например, Да, нам говорят, что Киров не потянет просто такое количество контролеров. То есть вряд ли можно предположить, что кировчане менее честные, чем москвичи, и не будут оплачивать проезд массово, да? Конечно. Скорее всего, будут. Здесь все одинаково. Ну, как-то же все решают в мире эту проблему. И тем не менее, давайте вернемся. Все-таки был достаточно яркий руководитель муниципального предприятия. Был достаточно смелый руководитель муниципального предприятия, потому смелый, что точно. Не боялся критиковать городские власти своего фактически работодателя и указывать им на ошибки. Вот этот человек уехал. Непонятно, там, как это скажется на работе общественного транспорта. Я думаю, что увидим. Планирует стать депутатом Кировской городской. Да, но при этом, да, собирается. Но у нас есть такой пример вот, из другой партии, тоже активный депутат, который на соседаниях просто не присутствовал, творил в другой части Российской Федерации. Так. И поэтому я не очень верю в приезжающих депутатов.
Городских. Вот, городских, да. Потому что в ЗАГС-собрании, я так понимаю, что это достаточно такая... Ну, это там такая практика. Распространенная практика. Да. Ну и что в этом хорошего? Ну, они, по крайней мере, на удаленном могут решать вопросы. Подождите, мы же не знаем. Может быть, Денис станет депутатом и вернется. Может быть, здесь он найдет для себя какое-то применение профессиональное. Может, конечно. Мы же не знаем. Я очень рад, если Денис будет работать на территории Кировской области. Он реальный профессионал. Вы воспринимаете, конечно, его отъезд как показатель того, что в Кирове молодому специалисту, который не готов молчать, невозможно пробиться или нет? Нет, разные вещи, несопоставимые совершенно в моем понимании. Угу. Профессионализм и политическая деятельность — это разные вещи. Нет, ну тут почему политическая деятельность? Ведь ты, если профессионал в своей отрасли и указываешь на ошибки в своей отрасли, пусть даже и властям города, это не обязательно, это про нормально. То, что ты политическую карьеру строишь. Ну, вы же знаете, что она совмещалась. Если бы она не совмещалась и не было постоянных контактов с определенной партией, да, угу, было бы ее по-другому совершенно. Понятно. Это моем, это мое личное мнение. То есть это не показатель. А что с кадрами вообще Нет, сейчас происходит? С кадрами вообще везде плохо. Везде? На самом деле. Везде плохо. Очень много непрофессиональных людей работает, в том числе в администрациях и управляющих различных структурах. Их очень, это вот когда ты сталкиваешься по многим вопросам, ты, на его видно непрофессионализм. Это беда. Но почему? И даже большие, крупные коммерческие структуры страдают от нехватки квалифицированных специалистов. Угу. К сожалению, мы, депутаты, администрация не создает тех условий, которые в нашем населенном пункте, городе, области бы привлекали специалистов высокого уровня, обеспечивали им комфортную жизнь, что сейчас, ну, один из факторов. Комфорт. Это плохо. С этим надо вот... Это а что одна с этим, из, а что одна с этим из основных задач власти. А что с этим сейчас можно сделать? Работать. Не, ну подождите, мы здесь не создадим в мгновение ока какую-то супер-мега приятную городскую если среду. Если мы вообще об этом не будем этим... думать, ага, так, мы никогда это не сделаем. Степ-бай-степ. Шаг за шагом. Да. Но это надо делать. Это надо в голове держать. Большим руководителям, чуть поменьше. Тогда это будет получаться. А большие руководители, вы думаете, заинтересованы в том, чтобы сюда приезжали качественные кадры? Да? Конечно. А если они их подсидят? Это снижает социальную неразбериху. Спокойнее живет регион. Когда спокойнее живет регион, любому руководителю это приятно и это похвально. KPI добавляет, будем говорить так. Это же хорошо, когда нет социальной напряженности в регионе. Оно чем создается? Наличием благоприятной обстановки. Люди не уезжают из региона, наоборот, приезжают сюда. Это создается определенными экономическими факторами. И тогда начинается движение, и тогда спокойнее и лучше жить в регионе. Растет в результате этого и средняя заработная плата, увеличивается количество налогов, которые мы можем вкладывать опять в инфраструктуру города, области. Ну, тут все взаимосвязано. Вы думаете, что чем это больше... реально сделать в Кирове в ближайшее время? Этим надо заниматься. А кто должен этим заниматься? Власть. Какая? Депутаты. Какая? На любом уровне. От областной, городской, муниципальной. Все должны заниматься. Ну, кто-то же отмашку должен дать. Вот сюда надо больше... Не, подождите, то есть каждый сам себе? Конечно. Каждый сам себе? Конечно. Не в РИУ должен сказать городской администрации, обновляйте кадры. Нет. Не, он может, конечно, сказать, и наверняка скажет, я даже не сомневаюсь в этом. Но если в голове у той власти этого нет, то, к сожалению, беда. Юрий Шлемензон, депутат Кировской городской думы, в нашей студии был. Мы особое мнение на этом заканчиваем. Юрию Львовичу спасибо и до свидания. Спасибо вам всем, до свидания. Особое мнение на 101 FM.